Муромляне стали лучшими на региональной выставке «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла». У нас 8 первых, 10 вторых и 4 третьих места. Экспозицию победительницу 15-й школы увидела наша Елена Петрова. Ажурные ленточки и изящное кружево вместо привычных фоторамок. Восьмиклассница Виктория Илюхина приготовила к свадьбе своей старшей сестры очаровательный подарок. Я делала свадебный альбом в течение 2 недель. Я брала твердый плотный картон и, ну, за основу. И потом начала его украшать, чтобы держался сам альбом. И вклеила туда небольшие листы, чтобы потом их украсить. Я считаю, что вещи, сделанные своими руками, это самый лучший подарок близкому человеку. Свадебный альбом и другие неординарные работы были признаны лучшими на региональной выставке, объединившей самые разные направления детского декоративно-прикладного творчества. 4 наши работы участвовали в областной выставке. Заняли 1-е место – это рюкзак в технике Синель, коврик тоже в технике Синель и сумочка. Это были 2-е места. И в технике скраббукинг у нас представлен был альбом. Пушистая ткань, домашний колорит – одной из новых техник, которой с большим интересом увлеклись девчонки, стала Синель. Творческий порыв был высоко оценен в регионе. Это разновидность лоскутного шитья. Для нее используются большие кусочки ткани, которые сшиваются между собой параллельными прямыми на небольшом расстоянии. Для участия я выбрала подушку в технике Синель. В основном для этой техники используют натуральные ткани, которые махрятся. Но я использовала трикотаж, который просто красиво смотрится, он растягивается и ложится красивыми линиями. Свой дом украшу я сама. Школьному курсу внеурочной деятельности 3 года. Посещая его, юные мастерицы научились обновлять интерьер не только классов, но и своих комнат. Например, за счет декоративных панно и картин. Она мила и сказочна. Здесь очень уютно смотрится. Вот кирпичики, эти домики, они очень детально проработаны. Здесь можно даже увидеть озеро, в котором плавают уточки или еще кувшинки. Эта работа очень красивая, и мне она очень понравилась, потому что ей можно украсить стену, которая кажется пустой. Развить фантазию и способность творчески мыслить. Каждая школьниц может с уверенностью заявить, что после занятий она проводит время с интересом и большой пользой для себя. Елена Петрова, Илья Облетов. Новости Муром.